то у меня только надежда на это, что поменяется, а уверенности нет никакой, что это будет что-то поменяет эти выборы. У нас, мне кажется, ничего не меняется. Все остается на прежнем месте. Я не верю в заинтересованность наших политиков в улучшении нашей жизни простых людей. К сожалению, они пользуются только ресурсами нашей страны. Это нефтепродуктами и отходами, они то есть их все продают, так же, как и газ. Но жизнь простых людей ничем не меняется.